сейчас будет Комсомольская. Метро? А? Метро? Да, да, да. Да. Да.
так раз. Ну, чтобы посмотреть, лагать мы одни поход делаем. Ходить сейчас будем? Нет, мы за метро сойдем. Пока сейчас стоим на светофоре, в общем, объясню некоторые важные моменты. В общем, я снимаю не полный круг, но я не объясняю вам, для зрителей. Просто, если спросите, почему я записываю не полный круг, а только участок, то скажу так, что вот что. Просто я записываю по участкам, там, где я проезжал на разных маршрутах, вот. А там, где я ездил от метро Комсомольской до Красносельской, и там от Красносельской в сторону Бауманской, я там записывал уже на трамвае. Еще ранее, где-то ну, в 2014 году, по-моему, если я не ошибаюсь, маршрут 13-й, там это точно я записывал, я помню. Потом еще какой-то маршрут до Бауманской, я уже более точно не помню, к сожалению. Но, тем не менее, поэтому мое как бы небольшое дополнение. В общем, да, остался этот единственный маршрут в Москве, который курсирует круг. Метро Комсомольская, это метро Комсомольская. Приезжает там, ну, рядом с метро Бауманской. Маршрут Т. Но я, насколько знаю, что два троллейбуса уходят, но пока что мы встретили только один. Его бортовой номер 9803. Но я слышал, что и 04 тоже ходит. Но я его пока, честно говоря, не видел. Так. Сейчас приезжаем на Рязанскую улицу, дом 22, дом 14. Как раз где-то в этом районе находится центральный офис, центральной пригородной пассажирской компании. Вот это, где электричка ходит. Как раз и наше направление обслуживает. Да, еще много, в многих местах остались еще не демонтированы контактные сети для троллейбуса. Но я думаю, что скорее всего уберут. Кто его знает? Так, ну мы уже делаем это уже по счету второй круг, я думаю, что на втором круге уже, точнее, когда приедем к метро, уже сойдем. Так, там что-то прикрыли по ходу движения. Погода сегодня не радует. Вот, видишь? Дальше ты будешь у меня тут еще максимум. Это же уже не помню. Какой-то канал или что-то такое? Вот, чего? О, а что случилось-то? Соскочил. Штанг. Ну, молодец, а вообще, блин, просто красавчик. Что ждать придется? А, нет. Водитель куда-то вышел. Mm-hmm. Может, отметиться в диспетчерской, наверное? Я думал, что штанг соскочил, как это бывает. Я думал, эти рога упали. Но называется штанга, по-моему, еще. Mm-hmm. В моем районе сейчас рога падает. Ну, типичное явление было и в Москве. Вот где ты пешком? Вот зачем ты не провалишься?
Не понимаю, зачем кондиционер включить такую холодную погоду? У вашей выключил. Холодно. Ну, отопление не работает, что ты хочешь? Если не хочу делать, то не надо. Хотя он через карта. Бабушка говорит, учись хорошо, девочки. Значит, не получается хорошо учиться. Водитель куда-то ушел. Может, подменить пошел, хотя кто его ставит? Ладно, я, наверное, приоставлю немножко запись. Давай, мы сейчас поедем. Поехали. А, все понятно. Он, наверное, пошел, как говорится, отметиться в диспетчерскую. Казанский вокзал.
когда давай собираться, да. Зонт возьми. Да. Возьми зонт. Все. Сейчас. Да все, ну нам сейчас холод, выходить за открытым. Такая погода еще сегодня. Тогда я зонт возьму. Давай. Так, у меня рюкзак закрыт. Да. Так, все взяли. Взяли. Что, ну сколько мы уже находимся в этом троллейбусе? Блин, нечего держаться, конечно, блин. Зонты, камеры еще. Ну да, вот такой троллейбус. Пойдем. Ой, это...